Уважаемый Владимир Владимирович, вынужденно обращаемся к вам как гаранту Конституции, поскольку иных способов защитить жизнь и здоровье наших детей у нас более не осталось. С 2015 года мы, жители районов Раменки города Москвы, выступаем против проекта строительства дороги номер 3538. Сегодня дорогу стремятся проложить через густо застроенный жилой массив в непосредственной близости к 8 общеобразовательным учреждениям, среди которых 3 школы и 5 детсадов. По мнению специалистов, количество вредных выбросов на территории этих учреждений будет превышено в разы. Но это не все. Ради нее придется снести мемориал, который возвели в год 70-летия Победы местные жители. А ведь не прошло еще и года с того момента, как чиновники, стремясь понравиться вышестоящему начальству, наперегонки поздравляли наших ветеранов с их подвигами, память о которых теперь собираются вырубить, снести и закатать в асфальт. Скажем больше, предпринимаются постоянные попытки выставить жителей района Раменки в негативном свете. Их протесты стремятся выдать то за политические акции, то за воспрепятствование развитию города. Тотальное игнорирование жителей Раменок, атаки на нас, прямые угрозы и многочисленные документально подтвержденные факты физической расправы над нами – готовность строить дорогу буквально по головам жителей. Километр дороги обойдется Москве более чем в 1 000 000 000 000 бюджетных рублей. В период экономического кризиса эти деньги можно было бы потратить на иные, гораздо более важные и менее спорные городские проекты. Конституция Российской Федерации прямо указывает на то, что наша страна является социальным государством, а ее народ – единственным источником власти. Мы, жители Раменок, москвичи, россияне устали от тотального нарушения наших прав и игнорирования наших законных интересов. То, что в настоящее время в Раменках творят некоторые государственные и муниципальные служащие, полностью дискредитируют проводимую вами социальную политику и демонстрирует их полное пренебрежение к вашим посланиям и указам. Просим вас, пожалуйста, помогите нам, остановите строительство дороги-убийцы в районе Раменки.